День Победы! Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником 9 мая. Этот день свят для нас. Особенно поздравляю ветеранов войны, которые эту войну прошли с честью, достоинством и выиграли ее. Понятно, в настоящее время невозможно осуществить этот парад, которого они достойны. Но, как наш президент сказал, что это будет выполнено в лучших наших традициях, тем более это юбилей победы над фашизмом. Поэтому мои сердечные поздравления. Убежден, что мы справимся, тем более в то время, когда нас эта пандемия коронавируса задела. Особенно это, опять же повторяю, касается ветеранов, которые двойной удар перенесут сейчас. Поэтому и дома сидим, и поздравляем, как мы это умеем делать в России. Всем большие приветы. И футбол скоро будет у нас опять на телеэкранах. Поэтому давайте потерпим. Россияне, ветераны, с праздником!